Жень, с возвращением. После 3 дней сборов, какие у тебя впечатления по тренировкам? Спасибо большое. Очень тяжелые сборы. Была маленькая пауза. Пока погибаю, можно сказать, на тренировках. Тяжело очень. Ты в нашей академии с 12 лет, но работать с основой начал только сейчас. Какие эмоции испытываешь по этому поводу? Ну, приятно оказаться в команде, в которой я провел почти всю свою жизнь, жил в интернате. Надеюсь, удастся закрепиться и в скором времени дебютирую за этот клуб. А насколько сильно отличаются тренировки в Казанке, Факеле и в Локомотиве? Да все примерно одно и то же, просто чем старше становимся, нагрузки становится больше. В Казани, конечно, поменьше нагрузок было, а идея футбола, в принципе, одна. Играть первым номером, контроль мяча, все дела.